Друзья, я у Алисы спросила, что такое система SWIFT. Сейчас скажу вам. Это международная, межбанковская. Межбанковская, да? Видите меня, я не банк. Система передачи информации и совершения, не знаю, платежных операций. Друзья, я платежные операции осуществляю через Сбербанк. Перевожу деньги, если надо. Ну, в общем, всегда надо. Сбербанк. В России. Я не банк. Я не могу между банками передавать какую-либо информацию. Сбер рулит!